Будущий жилой комплекс на Можайском шоссе будет состоять из 25 этажей и 8 секций. Часть из них планируют расположить на территории пока еще существующих домов, в том числе 98-го. Близость строительства вызвала ряд неудобств, о чем открыто говорят местные жители. У нас очень старые дома. Они очень тоненькие, стены. Вот. И поэтому весь вот этот вот грохот, весь у нас в квартире. Абсолютно весь. Естественно, это начинается где-то половина восьмого и часов до 11 бывает, а то и позже. Застройщик компании «ЮАСК-Строй» быстро прореагировала на обращение жильцов. После жалоб на шум организация установила в проблемных квартирах стеклопакеты. Сейчас контакты с жильцами продолжаются. Что есть, то есть. Работы мы не остановим, не отменим. Пока мы не звонили. Пока я не звонила в управу, правильно, когда правильно, вот здесь вот спускали воду. Я же вам дал телефон, звоните. Если будут какие-то нарушения, мы готовы. Прямо мне звоните, готовы вмешиваться. Без проблем. То есть это наша работа, мы за это отвечаем. В новое здание планируют переселить жильцов сразу четырех домов. 120-го, 98-го, 100-го и 102-го. Всего более 200 квартир. Сейчас строительство идет по плану. В ответ на жалобы представители компании могут лишь развести руками. Бесшумное строительство домов еще не придумали. Как вы видите, уже здание просматривается, то есть земные работы завершены. Сейчас этап идет монолита, то есть залитие конструкции бетоном, которая подразумевает его вибрацию. Я так понимаю, что людей, видимо, смущает именно шум от этих вибраторов, так называемых, которые, ну, они являются составной технологической частью работы, их необходимо обязательно делать. На встречу с инициативной группой прибыли не только представители организации, но и сотрудники главгостройнадзора. Именно они осуществляют контроль производимого строительства. Ну, естественно, оно должно быть, потому что стройка есть стройка, то есть никуда от этого не деться. Я думаю, что к концу года поднимут уже у нас четвертый, пятый этаж, и будет уже меньше жалоб со стороны жителей, в связи с тем, что тише будут настройки. Строительство планируют завершить в четвертом квартале 2017 года. В доме будет 672 квартиры и порядка 600 парковочных мест.